Приветствую всех, собрали риг на продажу на трех видеокартах Radeon RX 6600 XT, MSI Mech 2X. Карточки у нас на памяти Samsung и до 33 МГц на эфире могут выдавать. Память Samsung холодная, поэтому никакой даунвольт, в принципе, можно не делать. Платформа у нас Intel 1151 V2 сокет, материнская плата Asus Prime B365+, до 8 видеокарт на эту материнскую плату можно повесить. Стоит процессор Intel Celeron G4900, 4-шка памяти, SSD накопитель на 16 гигабайт Intel Optane. Ну и построено все на блок питания 700 ватт, кулер Master MVE бронза. На этот блок питания спокойно 4 карты можно повесить. Сейчас даунвольта никакого нет, потребление 263 ватта. Ну и если обратиться к показателям мегахэш, то видим, что каждая карточка 33 мегахэш показывает, 99 мегахэш в сумме все это дело выдает. Память Samsung, поэтому она холодная, и даже если потребление будет максимально, как здесь, то температура памяти не превышает даже 70 градусов, что для памяти очень низкие показатели. При таких температурах никогда проблем с перегревом, с проблемами терморезинок вы не столкнетесь. Карточки у нас версия RU. Собрано это все на металлическом каркасе. Ну и сейчас перейдем к хайву и посмотрим, как это все дело у нас работает. Если сильно будет жарко, можно применить даунвольт. Как видим, сейчас никакого даунвольта нет. 1150 МГц – это максимальная частота по памяти. Ну и спокойно, 33 МГц это все дело у нас выдает. Чипы остаются холодными, даже 50 градусов нет. Поэтому спокойно карточки будут работать долго и счастливо. Общий хешрейт 99 МГц. И если перейти на сайт What2Mine и вбить три видеокарты 6600 XT, то на сегодня доход составляет $5.5. Ну, а $5.5 в сутки — это у нас 418 рублей. На электричество в сутки уйдет примерно те же 18 рублей. Вот где-то 400 рублей в сутки чистыми на сегодня этот риг приносит доход. Ну и по ценнику. Ценник у нас по 63 тысячи видеокарты. И 26 тысяч у нас тушка. 215 тысяч общий ценник данного рига.